2 февраля в жизни Центрального спортивного клуба армии произошло знаменательное событие. Олимпийская чемпионка в прыжках в длину Татьяна Лебедева передала в дар Музею спортивной славы ЦСКА свои личные вещи и награды. По времени это событие совпало с торжествами по случаю завершения ее спортивной карьеры. Когда-то Карл Льюис, когда я брала у него автограф, он мне подарил книжку, и на ней написал «Never give up», то есть «Никогда не сдавайся». И настолько это меня вот стало так пронзило, как бы душу, вот это сердце, что я решила, что это действительно такой стимул. В жизни всегда много соблазнов, много преград, и хочется, чтобы вот этот принцип, он присутствовал именно не такой вот жесткий прям, что вот не уступать, упертость, а вот именно спортивная такая упертость, спортивная борьба, не сдаваться, идти всегда вперед, несмотря ни на что. Мы принимаем с огромным удовольствием этот дар, потому что это вещи, будем так, действительно великой спортсменки. Это я без всяких прикрас. Господь Бог тебя одарил всем красотой и уникальными способностями. Мы тебя ждем в вооруженных силах, чтобы ты тренировала наших детей и тренеров, чтобы они добивались таких же великолепных результатов. Спасибо. Спасибо.